Как ты отсюда пробьешь левую тройку? Левый снизу, правый снизу, левый сбоку. Пошла. Раз. Да, почему ты била по-другому? Нет, нет, у тебя удары вот такие были. Они имеют место быть, так, знаешь, такие, да. Но он, блин, ну как бы, ну все удары имеют место быть. Но он не будет проникающим. Это вот бивный удар, еще какой-то. Я даже не знаю, как ему определение дать. У меня в моем этом самом мозгу для них нету места. Так-то все удары имеют место быть. Еще раз, пошла. Вот видишь, выход на третий удар. На одном выдохе. Легко-легко. Вот. У тебя очень важно, чтобы сейчас, после первого же удара, раз, два, не остановилась рука перед боковым. Она после, она после удара снизу проходит обратно, без остановки. Что дает тебе инерцию выхода на третий удар. Мягко. Видишь, остановилась рука. Еще раз. Останавливается рука. Во. Прям вот сделай сейчас именно на это внимание. Не отходи от меня. Смотри, чтобы сгруппироваться ближе к дистанции, поставь ноги шире. Попой опускаешь, сделай ноги шире, у тебя поясничный отдел расслабляется. Пошла. Опять остановилась рука. Видишь, останавливается рука. Не чувствуешь? Вот сейчас не остановилась. Еще раз. Останавливается рука. Ты плеча, ты делаешь вот это движение. Ты начала царить, что идет. Ты начала вот спиной. Ты продолжаешь спиной. Это тройка, это выход на третий удар. Это вот это движение. Да. Вот он взрыв. Вот на это ты должна идти. А не вот тут мне классику показать. Вращение спины. Я хочу руками увидеть это движение. Еще раз, медленно. Еще раз. Останавливаешь руку. Та-та-тан, легко. Еще легче. Вот, уже интересно. Останавливаешь руку. Проведи через себя, особенно вот с двойми. Левый снизу, левый сбоку. Не надо быстро, медленно. Раз. Проведи прям назад рукой через... Еще раз, левый снизу ударила, раз. Вот ударил, да? Пошел левый сбоку. Ты видишь, вот сюда пошел? Раз. Сразу назад. Раз. Вот прям сделай вот это движение. Раз, сюда вот оно прошло, да? И пошли назад, прям вот. Чтобы раз, два, назад. Вот прям вот этот кружок локотком сделал. Да-да-да, но кулак должен пройти через плечо подбородок. До свидания. Он должен пройти, как бы перезарядиться на базе здесь сюда. До свидания. Да, раз, два. Ну нет. Напряги бицепс еще раз. Ну дай локтем назад после удара снизу. Сразу, просто назад еще раз. Я уже как откроюсь, но... Ты не откроешься. Смотри внимательно. Смотри на меня. Смотри. У тебя кулак проходит через подбородок, плечо, и посмотри, при этом движении у тебя плечо сразу становится на место подбородка. А если ты делаешь раз, и вот это движение, вот сюда, хоть чуть-чуть вот сюда, тогда ты открываешь, тогда плечо, ты уже перевернула плечо. Посмотри сбоку еще раз. Так. Раз, два, три, локтем надо, просто даже кулак обратно верни. Во, еще раз. Нет, что-то не то. Во. А для этого вот эта группировка нужна. Вот эта группировка, чтобы ты на ударе снизу не поднимала. Еще раз. Да, прям вот проводи через подбородок, через кулак, через бороду проводи. Да, одной рукой, без ног. Почти. Сделала еще раз. Пошла. Левый, правый, левый. Вот интересненько. Опять пауза. Та-та-та. Медленнее. Раз, раз, два. Почувствуй, как после первого удара. Он раз, два. А. Не спиной. Руками. Одними руками. Солнце. Одними руками. Не останови. Раз. Не останавливай руку после первого. Раз. Он уже пошел. Удар. Раз. А ты останавливаешь руку. Не чувствуешь?
Я понимаю, но я не понимаю, куда его деть. Он никуда. Никуда. Вот просто и бей. Он же все равно как бы чуть притормозил. Нет. Раз, два, три. Я набыл. У меня же не притормозилось. Во! Вот ты даже посмотри, словами говори это. Раз, два, три. Он выйдет. Раз. Еще. Остановка. Это пауза. Еще назад. Нет, ты останавливаешь. Вот после этого удара прям назад делай локтем сразу. Вот. Сейчас удобнее стало? А я не сильно. Да пофиг. Сильно это что такое? Ну, ты-то сама же не встала открываться. Посмотри, что у тебя произошло. У тебя кулак залетел туда. Та-та-тан. Ты его кулак, вон куда ты смогла запустить его. Та-та-тан. Вот так я смогу запустить. Этим круговым движением. О! Нет, не надо сильнее. Выдох. Не быстрее, не ускоряйся. Не накоряйся, медленно. Опять пауза. Руками, плечами. Останавливается рука. Ну-ка, справа. Справа. Правый. Остановка. Идет остановка. У тебя остановка перед третьим ударом. Вот сейчас не было. Во! Вот как ты так сейчас сделал, видишь? Я ускоряюсь на третьем. Молодец. Вот. Вот ты ускоряешься на третьем. Вот сделай точно так же. Еще раз. Да, а теперь смотри, в чем я понял всю ситуацию. У тебя исходное положение рук. Ты вот так кулаки свела. У тебя первый удар, он вот такой. У тебя вот сюда идет локоть. Тебе приходится его тарать. Ты не можешь его из этого положения. Ты уже, вот смотри, вот у тебя кулаки свела, у тебя локти чуть разошлись. Это уже плечо перевернулось. Ты вот, здесь еще вроде бы как бы нормуль, но обратно рука вот сюда, поэтому здесь пауза происходит все. Потому что сюда ты не открываешься, ты молодец. Но тебе приходится останавливать руку здесь. А если у тебя руки стоят вот в этом положении, вот, хочешь уже кулаки сделать, смотри, Соня, хочешь руки уже сделать, плечи делай уже, не кулаки. Не локти, вот у тебя спина. То есть ты вот спину, во! Вот ты локти можешь, смогла сделать. Вот из этого положения очень важно, чтобы ты... Понимаешь, чем здесь сейчас говорил? Да. Если кулаки свела, у тебя не просто локти, ливер открылся. У тебя плечо уже перевернулось. Во! Вот оно, вот. О! Идеально. Справа то же самое. Нет, видишь? Ты заряжаешься медленно. Почти. Опять, видишь? А чуть корпус можно или ты? Не надо. До свидания. Опять, видишь, остановка? Во! Умница! Вот он, выход на третий удар. И это уже серия, это уже не третий. Уже вот, а вот на третьем ударе ты можешь уже добавить бедро. И это уже будет такое ломовое действие. Попробуй, но медленно. Справа. Плечи, плечи. Остановила, не надо ускоряться. Локти. Бей и бедро, а не бедро и удар. Руками бей. Опять остановка. Видишь, я сказал про бедро, все, ты стала о бедре думать. Давай руками, локти уже. Во. Вот пускай так. Видишь, как становится кулак? Идеально. Вот он и проходит вот здесь. Вот исходно, все упирается в исходное это положение.